хочу поздравить команду «Зенит Ю-17» с победой в турнире UFL-2 и с удовольствием поделюсь с вами радостью от пятерки лучших и самых красивых забитых мячей команды. Это игра с Чертанова на выезде. Вот. Такое больше потрясающее индивидуальное мастерство. Я думаю, в одиночку практически сделал четвертый мяч, обыграл прекрасно пяткой. И еще и пробил здорово с левой ноги. Показал умение владения обеими ногами. И очень впечатляющий гол. Индивидуально сильный, сильное действие. Матч с Ростовом на выезде. Ух, ну, прекрасный мяч. Больше исполнительское мастерство, уже дальний удар. Нужно было попасть, конечно, такие мячи, они смотрятся наиболее красиво. Еще дали возможность развернуться и удар за пределы штрафной. Даже у нас в основной команде так не бьют. Вот, наконец-то гол в домашнем матче против ОР-5. В быстрой атаке. Ну, здесь все еще раз, все очень сделано. И по темпу красиво, исполнение хорошее. После ухода в центр таких мячей мы видим. Сейчас очень много в европейском чемпионате забивают. То есть из таких точек. Тоже прекрасное исполнение, но здесь уже все, и я думаю, по мысли, и по исполнению. И атака очень быстрая была. Достаточно получилось синхронно. Выездной матч с Строгино. Дальним ударом. Ну, здесь сложно говорить, насколько он там нацеленный, не нацеленный, но то, что игроки бьют из-за предела штрафную, это здорово. И в этом случае еще и попал в правую девятку от вратаря. То есть такой красивый, хороший дальний удар. Ну, как я уже и сказал, что дальние удары наиболее красивые, поэтому их много в обзоре. Также еще одна выездная игра в ЦСКА. О, ну здесь... ЦСКА в выездном матче, центра поля, это, конечно, круто. Это говорит о интеллекте игрока и о поставленном ударе, и о умении быстро оценить правильно обстановку. Я думаю, очень классный гол. Я думаю, самый лучший. Еще раз поздравляю команду «Зенит Ю-17» в победе в турнире UFL-2 и пожелать продолжать в том же духе сметать все и вся на своем пути и всегда становиться только первым.